Здравствуйте, друзья. Респект всем, кого любят, респект всем, кто любит и так далее. Сейчас подождите, я посмотрю, прикручен ли у меня звук, чтобы вы типа, ну, нормально меня слышали. Да, все отлично. Так вот, как только мы все уяснили, еще не все. Вот я типа, вот вы можете видеть мои руки, это я немного обгорел, потому что типа пользуйтесь солнцезащитными кремами, иначе вот будет то же самое, что со мной. Вот, то есть или хотя бы на солнце не выходите, но у меня солнечная сторона, и типа сейчас солнца нет, потому что время как бы на 4 часа ночи. Вот. Однако, Аризона, Рулиплей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Давайте не будем отвлекаться на все вот эти вот непонятные вещи и просто начнем смотреть Вертеч. Давно не смотрел я Вертеч, потому что он набирает мало просмотров, однако я надеюсь, что я его тегну, он это все увидит, заметит и просмотров наберет хотя бы на сотку. Потому что Стас из КМС недоволен, IP в описании, Arizona RP Phoenix и мой промокод, мой никнейм, все там. Так, продаю хот-доги, называется видос, давайте посмотрим это. Чего он там продает, наш дорогой Вертеч? Привет, мне очень Привет, часто пишут о Вертеч, том, подожди, что нет, еще на не Аризоне загрузилось, да не невозможно. загрузилось еще ничего, погоди, сейчас. Привет, мне очень часто Привет! пишут о том, что на Аризоне невозможно заработать деньги Реально? и всего добиться можно только через донат. Нет, это Многие из вас, неправда. услышав это, очевидно, посмеялись, потому что это неправда. И Ну, сегодня конечно. я вам на примере никому не нужной нахрен работы докажу, что на Аризоне возможно все. И в жизни Офигеть. тоже. Никита, ты лучший. Сервис Ависо предлагает А, заработать. Авесо, когда вы уже будете мне, пожалуйста, платить за рекламу? Я жду вас. Или футболку хотя бы вышлите, я буду в ней смотреть там видосы. Я не знаю, как так. Кому угодно, даже если тебе 10 лет. Никаких вложений. Просто выполняешь задания на сайте, а их Офигеть. там реально много. Причем разной ценовой категории. И выводишь деньги куда Ох, угодно от 3 рублей. А господи, самое это главное, реклама, она это такая не скучная. лохотрон. Ссылка будет в описании, а мы возвращаемся к видео, в котором я буду продавать хот-доги. Но опять же, Вертеч, нахрен кому-то сдались твои хот-доги? Если на сервере полно ресторанов и палаток с едой. Поверьте мне, еще как сдались. И сегодня я вам это докажу. Приятного Давай. просмотра. Для начала я решил проверить эту работу со своего основного аккаунта. Офигеть. Добравшись до города Лас-Вентурас, я устроился на работу продавца хот-догов. Арендовал Тест за фудтрак кок. и загрузил его продуктами. Далее очевидно, что эти 100 единиц продукции нужно кому-то сплавить. И сплавлять их мы будем по 10 тысяч баксов. Вертеч, ты серьезно? Кому нахрен нужны твои хот-доги по десятке? И тут все очень круто продумано. Где бы вы ни встали, вас будут видеть. Ведь при остановке фудтрака рядом с окошком появляется игровой пикап с Офигеть. хот-догом. И теперь Подойдя, после этого все будут, так сказать, хот-доги по 10 тысяч продавать. Можно осуществить покупку. Выглядит со стороны достаточно привлекательно. Поэтому, где бы мы ни встали, нас ждет успех. Главное, чтобы это было людное место. И именно поэтому я отправился на автобазар. Установил на парковке свой фудтрак, и буквально за 10 минут у меня все раскупили. 2 Конечно, были миллиона. и те, кому не понравилась цена за хот-дог. Но это же бизнес. Тем более, это куда Разумеется. лучше, чем Вот он, хотите капиталист. попрошайничать бабки у прохожих. Ну Тут да. хотя бы ты стараешься и зарабатываешь. Это вызывает у многих респект. Далее я отправился еще раз в город Классно. Лас-Вентурас и в очередной раз закупился продуктами. Вау. Остановившись на ближайшем вокзале, половину товара опять же я удачно Я сплавил. тоже хот-дог за 10 тысяч покупал, если честно, потому что, ну, это полная фигня, а ты зато сытый За будешь считанные полностью. минуты. Начальный баланс моего аккаунта на момент 18 часов 53 минут 2 миллиона 270 3000 долларов. И также мой баланс на момент 19 часов 23 минут 2 миллиона 684 тысячи долларов. Неплохо. Итоговая прибыль 411 тысяч чистыми за 30 минут. А налоги ты заплатил на всякий случай, чтобы не было проблем Как вот вам этих вот всех? такое? О, да, Это вы... никому не надо вертеть, чтобы вот эти вот проблемы с налоговой были и так далее. Давай нормально Наверное, будет. скажете, что у меня покупали хот-доги только потому, что я вертеч. И специально Ты для вертеч. вас я создал левый аккаунт, с которого я также буду продавать хот-доги. Офигеть, Смотрите верты у сами, тебя я откуда? нашел идеальное место для установки фудтрака прямо на автобазаре. Там постоянно много людей, из них достаточно много голодных. Сразу же после установки ко мне начали подбегать люди и без возмущений покупать товар. А сам Офигеть. я в то же время сидел у компьютера и кушал чипсы с солью. Итого... Бля, с солью они ж такие себе, какой смысл в чипсах с солью? В ночное время, как мы выяснили, тоже есть клиенты. Выручка за 30 Классно. минут 200 тысяч баксов. И, наверное, у вас Офигеть. сейчас в голове вопрос, а что же происходит днем? Дождавшись дня, я загрузился У и него есть отправился на ответы на то же все самое вопросы. место. Это Вертеч, это вот он, вот это мой друг. Место. Это Вертеч, он просто лучший. Господи. А что происходит в 5 часов ночи?
или утра уже, сколько там. На этот раз товары раскупали не так охотно, как в прошлый раз. Офигеть, почему же так? Поэтому мне пришлось сменить локацию. И я отправился на центральный рынок. Встал прямо напротив него, на бордюре. И опять же, догадайтесь, чем я занимался, пока шла торговля в игре? Конечно же, я кушал мамин борщ и наблюдал, как мои хот-доги разлетают. Классно. Чё, вертеть живёт с мамой? Ставятся как горячие пирожки. Хотя, блин, хот-доги это и есть горячие пирожки. Классно. Во всяком случае, их у меня раскупили буквально минут за 5. А оставшиеся продукты я отвез на Грув Стрит. И, конечно же, я понимал, что по приезду меня могут развалить. Но не в этом случае. Мне очень сильно повезло, потому что по приезду на Грув Стрит пончики тоже купили у меня парочку хот-догов. И даже не расстреляли. И после этого все попрошайки этого города. Да-да, я именно к вам обращаюсь. Ко мне? Я не попрошайка, у меня денег много на Arizona RP Феникса и IP описание. Неужели так сложно устроиться на работу? Да даже те же самые таксисты зарабатывают нормальные бабки. Чтобы вы понимали, хот... На Uber, там, на Didi, на вот этих вот, на Яндекс.Го, да? На сервере никто, кроме меня, не продавал. Эта работа нахрен никому никогда и не нужна. Почему, типа, Иркеш, челик почему? Приходит в центр занятости, такой смотрит: о, пойду дальнобойщиком работать. И идет работать дальнобойщиком. Хотя там как дурак, достаточно да? много интересных работ. Я очень надеюсь, что вы уловили суть этого ролика. Пацаны, те, у кого много денег в карманах, почаще поощряйте работяг. Ведь если вы будете давать деньги попрошайкам, попрошаек станет куда больше. Ну а если вы будете поощрять рабочий класс, соответственно, работать людей тоже будет больше. Офигительно. Спасибо всем за просмотр этого ролика. Обязательно ставьте лайк, смотрите другие мои видео. И до новых встреч. Это уроки экономики от Вердей. Сейчас тут тоже всплывут всякие подсказки, всякие вот эти вот видеоролики. Вы на них тоже нажимаете, тоже вот это вот там все делаете. Либо, может, они выползут потом, если я захочу больше денег заработать. И, может быть, дотянуть ролик до 8 минут. Вы как бы не обращайте внимания. Просто видос посмотрите, и на этом как бы будет все отлично, все замечательно, и все даже будет круто. Всем пока. Привет, я... Привет. Не, рекламу смотреть не будем, ребят, извините, сегодня без этого ваши давайте. Ваши видео будут это...